Good morning again. So I'm going to speak to you about a clinical topic that I've been involved in. В рамках исследований, которые проводились в том числе с нашими коллегами, госпожей Васильевой, доктором Филиппо Крея и рядом других специалистов в рамках Европейского кардиологического общества, Американского общества кардиологов, Всемирной организации сердца, то есть, иными словами, крупнейших организаций, которые участвовали в этой работе на протяжении ряда лет, с конца 90-х годов. И мы, в общем-то, занимались этой проектной командой, руководили ее с намерением развивать дефиниции и номенклатуру определения инфаркта миокарда так, чтобы оно было единым, будь то в Токио, Москве или Нью-Йорке. Достаточно скоро мы поняли, что существуют различные трактовки одного и того же заболевания. Разумеется, лучше сравнивать яблоки с яблоками, а не яблоки с апельсинами. И поэтому мы предпринимали всяческие меры и прилагали всяческие усилия для разработки такого единого понимания, единой концепции. Надеюсь, все смогут прочитать эту фразу. Мы благодарим мир интернета, вводим фразу по-английски и получаем ее по-русски. Но так или иначе, здесь я говорю о возможных конфликтах интересов, которые, впрочем, никак не связаны с темой, о которой я говорю сегодня. В 70-х годах предпринимались попытки формулирования единой дефиниции ишемической болезни сердца, и эта работа велась в том числе между США и СССР, включая клиницистов в Азии, в Латинской Америке, и зачастую основывалась это на анамнезе и результатах кардиограмм. Ну, это так называемая маркузианская пирамида, и потом фактически тропонины и само понимание биомаркеров позволило нам лучше определять круг лиц с нарушениями и повреждениями миокарда. Мы можем, как вот это определение ВОЗ, которое было внесено уже в 60-е и 70-е годы, это в основном было эпидемиологическое определение, основанное на весьма тщательном анализе анамнеза анамнестических данных и кардиограммы. И, в частности, в 2000 году мы видим серьезную редакцию на основе понимания роли биомаркеров. Биомаркеров в 2010 году мы видим новую редакцию. Но сегодня я представлю информацию, которая содержится в этом документе. И я надеюсь, что вы сохраните это в тайне, скажем так, пусть даже это секрет, который известен такому большому залу, до публикации этого документа. Но, по крайней мере, на 90% информация это достоверна. Общее определение — это три документа, о которых мы говорим. Они публикуются одновременно в кардиологических журналах Европы, Европейского общества кардиологов, Американского общества кардиологов и Всемирной ассоциации сердца. И в 2018 году будет, значит, выпущен следующий документ. Итак, мы говорим о определении патологическом или патофизиологическом, то есть острый инфаркт миокарда определяется как смерть клеток миокарда ввиду длительного ишемии миокарда.
и разумеется, что причины смерти могут быть разными. Миокардит или воспалительный, и это не инфаркт, не инфаркт миокарда, это иные причины повреждения миокарда. Когда мы говорим о продолжительной ишемии миокарда, мы имеем в виду инфаркт миокарда. Таково, в общем-то, начальное определение, которое мало изменилось. Вот это основные, как мы понимаем, параметры и уровень тропонинов. Очевидно, что это одна из основных молекул, так или иначе, участвующих в сократительных механизмах сердца. И мы видим, что фактически потеря целостности мембраны приводит к смерти клетки. И нам, по крайней мере, нужна одна из клинических характеристик ишемии. И это будет будь то электрокардиографические изменения, или дефекты ST, или же патологические Q-волны, или же визуализирующие свидетельства о утрате жизненно важной ткани миокарда, ну или в, соответственно, мы имеем в виду, что со второго документа в 2007 году мы начали подразделять типы инфаркта. Это инфаркт миокарда типа 1, который наиболее распространен, когда мы наблюдаем у пациента, который жалуется на сильные боли в грудинной области, будто и очевидно, что мы говорим о спонтанном инфаркте миокарда, связанном с разрывом атеросклеротической бляшки, с соответственным тромбом во внутрипроспектной области. В 2018 году мы увидим то же самое в этом документе, без особых изменений. Это, кстати, вот небольшая схема. Мы фактически видим разрыв бляшки с окклюзивным образованием окклюзивного, окклюзирующего тромба. И это, соответственно, происходит и видно при истечении сосуда. То есть это инфаркт миокарда типа 1, то, с чем мы сталкиваемся в приемных неотложной помощи ежедневно. И то, что, собственно, мы лечим на постоянной основе, наиболее чаще встречающиеся. Второе, или инфаркт миокарда второго типа, эта дефиниция, это определение вызывает некоторые разногласия, потому что в ряде случаев мы говорим либо в изменении оксигенации сердца с точки зрения и фактически артерия открыта, не окклюзирована, однако наблюдается анаксия или гипоксия, так или иначе, по ряду причин, или же, напротив, мы видим повышенную сердечную активность даже у ребенка, значит, при пульсе 180 клетки миокарда будут погибать из-за чрезвычайных усилий. И это условия, которые могут приводить к ишемии миокарда у пациентов с или без
ишемических болезней. Таков баланс доступа и транспорта кислорода в миокард. И мы видим это на подобных балансах. Здесь несколько примеров инфаркта миокарда второго типа, которые может объясняться в том числе эмболией коронарных, так и кардией, анемией, нарушением или угнетением дыхания, дисфункции коронарного эндотелия и гипотензии и целый список иных причин, которые могут привести к снижению или наоборот чрезмерному увеличению активности миокарда. На этой диаграмме показаны причины, которые могут привести к инфаркту миокарда второго типа. То есть это может быть атеросклероз с внезапным нарушением системы транспорта кислорода и гипоксии, или же не атеросклеротической природы повреждения. И здесь, очевидно, причины или лечение состоит не в том, чтобы открыть артерию, потому что сосуд чаще всего открыт, а в том, чтобы, как говорится, восстановить поставку кислорода. Третий тип инфаркта миокарда – это диагноз, основанный на клинической информации. Здесь по тропонину у нас нет информации, и это клинический диагноз, основанный на данных ЭКГ. Четвертый тип это может произойти в редких случаях при вмешательстве врачебном. Ну и, наконец, пятый тип – это то, что может произойти при операции на сердце, часто при операции коронарного шунтирования. И в клинике, в условиях клиники. Итак, как можно провести различие между первым и вторым типом, о котором мы уже говорили? Первый тип – это фактически окклюзия, второй тип – это внезапное изменение в нужде или, необходимости кислорода. И я должен вам сказать, что у нас попросту не бывает времени. Как вы понимаете, у меня нет времени отвечать на письмо о том, был ли это инфаркт первого типа или второго типа, попросту по той простой причине, что у врача не бывает времени на обдумывание. Но, тем не менее, есть некоторые критерии, некоторые качества, некоторые признаки, которые могут нам помочь в определении данного типа. Итак, инфаркт миокарда первого типа обычно спонтанен, и ощущение дискомфорта развивается в ранние утренние часы. Опять же, как правило, патологический процесс связан с эрозией атеросклеротической бляшки, и это часто бывает связано с рядом нарушений, в том числе и дыхания. Второго типа инфаркт миокарда нередко становится следствием серьезного заболевания, в том числе гипотензии, нарушения дыхательной деятельности. И мы обычно не видим грудинных болей в ранние утренние часы. То есть патофизиологический механизм состоит в дисбалансе транспорта кислорода. Итак, разделение между типами первого и второго инфаркта миокарда – это клинический процесс. Однако, каковы подлежащие патофизиологические механизмы, ведущие к инфаркту миокарда? Это либо разрыв бляшки, либо изменение в потребности
от вас. И, конечно же, кардиолог должен думать об этом в непосредственной среде принятия решений, и нам нужно принимать это решение в одном случае для открытия просвета сосуда, в другом случае для восстановления кровотока. Третья категория повреждения миокарда, я об этом говорил уже в самом начале своего выступления, это могут быть самые разные причины, не связанные с вышеперечисленными, как, например, травма грудной клетки или воспалительный процесс. То есть это не инфаркт миокарда в классическом понимании, потому что мы не говорим о продолжительной ишемии миокарда. И во многих случаях причиной этого может быть хроническая почечная недостаточность, мы увидим это у многих пациентов на диализе, и прогноз неблагоприятный, но, повторяю, это не означает, что такому пациенту необходимо производить деблокировку артерии, просто потому что мы говорим не об этом. Иными словами, как во всех случаях, когда мы говорим о изменениях тропонина резких, то, вероятно, это указывает на инфаркт. То есть, если это ишемия, то это инфаркт миокарда. Если это не ишемия, то это не инфаркт миокарда, это повреждение миокарда, не ишемической природы. Соответственно, именно этот факт следует принимать во внимание при диагностировании. Разрыв атеросклеротической бляшки подразумевает инфаркт миокарда первого типа. Итак, здесь мы можем перечислить несколько причин повреждения миокарда, связанных с острой ишемией. Это тахикардия, гипотензия, артериальный спазм, эмболия легочной артерии и так далее. Вот еще несколько причин типа второго, инфаркта второго типа. Это повышенный пульс, повышенное систолическое давление, повышенная сократительная функция сердца, или наоборот, анемия или гипоксемия ввиду угнетения или затруднения дыхательной деятельности. Очевидно, что в ряде случаев здесь не требуется катетеризация. Далее можно определить, что повреждение миокарда может быть не связано с ишемией. И тут могут быть самые разные причины. Миокардит, кардиомиопатия, знаменитый синдром Такотсуба, это процедура реваскуляризации, оперативное вмешательство, абляция, шок от дефибрилляции, грудная травма, травма грудной клетки. И очевидно, что здесь следует смотреть и на уровень тропонина, но так или иначе, речь идет также об уровне катехоламинов и цитокинов, которые так или иначе не могут не играть роли в повреждении клеток миокарда, как это было показано на животных моделях. Это системные условия, сепсис, инфекционные заболевания, хроническая почечная недостаточность, субарахноидальное кровотечение, эмболия легочной артерии, химиотерапия, чрезмерные упражнения. Вот это все неполный перечень причин повреждения миокарда, которые не связаны с самой как по себе ишемией. Это небольшая диаграмма, которая показывает о том, что происходит при инфаркте миокарда, рост уровня тропонина и затем резкое его падение. Это, кстати, мы видим в ряде случаев
пациентов и у пациентов на диализе. Поэтому я вновь и вновь подчеркиваю важность дифференциации между ишемической природой и неишемической природой повреждения миокарда. Вот два примера. 14-летний мальчик, у которого 5 часов тахикардия, 180 ударов в минуту с тропонином. Можно ли это предположить, что это инфаркт миокарда второго типа? И второй пример. 75-летний мужчина с гипотензией и анемией. В данном случае это может быть инфаркт, связанный с недостаточным транспортом кислорода, и так или иначе эти вещи не взаимоисключающие. Конечно, следует принимать во внимание все обстоятельства для определения клинического подхода. Надо сказать, что инфаркт миокарда второго типа – это, конечно, серьезная, большая, тяжелая проблема. И мы понимаем, что когда это происходит в клинических условиях, именно это в основном выступает причиной смерти. И это, кстати, данные, которые опубликованы в редактированном журнале. Здесь долговременно график выживаемости пациентов с инфарктом миокарда первого и второго типов. Соответственно, на кривых это показано. К сожалению, пациенты с инфарктом второго типа выживаемость здесь гораздо ниже, в частности, потому что такие пациенты чаще всего страдают от целого ряда сопутствующих заболеваний, коморбидности, и поэтому нужно понимать, что каким бы ни был этот процесс, он чаще подразумевает серьезные сопутствующие заболевания. Поэтому, как говорится, гораздо лучше, чтобы случился инфаркт миокарда, нежели повреждение миокарда из-за нарушения дыхательной деятельности. Потому что, очевидно, если потерян гомеостаз, человек умирает, но он умирает не от инфаркта миокарда как такового, а от сопутствующих заболеваний. К сожалению, как я уже сказал, в случае инфаркта первого типа мы имеем определенное созвездие симптомов, которые, тем не менее, должны восприниматься врачом как показатели такового или иного состояния. И, как я уже сказал, в первую очередь мы должны понять, означает ли это следствие тех или иных примеров коморбидности или сопутствующих заболеваний. Это публикация 2018 года, это данные еще не опубликованы, где показан значение повышенного тропонина при наличии острой ишемии миокарда. И вновь я хочу с удовлетворением сказать, что мы понимаем, что именно клиницист должен принимать решение в конкретном случае. Обращаю ваше внимание, клиницист, а не компьютер. Это именно подразумевает, для чего мы нужны пациенту. Это означает, что мы принимаем решение и определяем курс лечения данного пациента. Итак, следующий слайд, пожалуйста. Okay, let me summarize. Позвольте подытожить. Ишемия миокарда плюс изменения на ЭКГ, свидетельство повреждения миокарда, подтвержденные снижением или повышением тропонина, это острый факт миокарда. Напротив, в отсутствии ишемии миокарда,
миокарда, мы говорим о инфаркте миокарда второго типа. Кстати сказать, уже ближайшее, начиная со следующего месяца, у нас будет раскрываться кодификация этих заболеваний. Большое спасибо.